Кто у вас старший? Вот гражданин начальник в курсе, то, что сейчас, здесь подожди. Со стороны администрации происходило. Беспредел был, беспредел! Кого? Алика сюда верните! Гражданин начальник, Алика. Гражданин Алика, приведите. Построили. Карима забрали! Покажи, Карима забрали! Тихо. Сейчас беседует начальник с ними. И становится. Построили, я сказал. Давай подумай. Так, кто-то, пусть там, заходи сюда. Там стоят, что там строили. Построили? Вы. А что надо? Ходили, строили. Две группы, что ли? Понятно. Давай. Так, граждане осужденные, по этим событиям проводятся следственные мероприятия. Никаких паника не надо. Сейчас пройдется просто опрос. И проводится следственным комитетом проверка расследования этого факта. Отношение нас, отношение вас, отношение тех фактов, которые вы говорили, как называете, беспредел и так далее, все проверяется. Вопросы можно задавать или нет, согласно конечно. Закону, уголовно-исполнительному закону. Я имею право задать вопрос сейчас. Конечно, задавайте вопрос. Гражданин начальник, в моей жалобе фигурирует вот это лицо, которое избивало, насиловало нас. И попускало это все. Сейчас я так скажу. Почему вы его допустили к ШМОНу и благодаря ему вы увели другого осужденного? Нет, это неправильно. Сейчас я тебе объясню. Как это неправильно? Да. Это жалоба не написано. У нас жалоба. Жалоба расследуется ваша. А почему его привели на жалобу и забрали зэка? Как не бывает? Алло. Как не бывает? Как не бывает? Тише. Сейчас ответит на ваш вопрос. Подождите. Сейчас говорят, ответит на ваш вопрос. Москва расследует. Снимайте на камеру, гражданин начальник. Вот это лицо, вот. Владили, все. Доверия нет. На камеру снимите вот это лицо, вот. Вот оно избивало нас. Есть очевидцы. Есть документы, которые подтверждают, что этот человек занимался избиениями осужденных. Все, это и отношение него проводится проверка. А почему вы увели человека, который может подтвердить это все? Сейчас он подтверждает. Приведите его сюда. Пять человек будет обратно. Продал от этого человека. Из этого тебя он сейчас показали. Пять человек должны быть уверены. Нет, мы требуем свои права. Права свои требуем. Сейчас его допросят. Просят, объяснения отберут. Понимаете? Вы допрашиваете. Вы допрашиваете. Вы избиваете. Вы сейчас будете. Кого он укажет, сотрудник? Вы сейчас будете его избивать. Слово даю. Никто никого не тронет. Вы нас троих, четверых должны хотя бы туда к нему. Не надо. Я даю слово. Такого никто не верит. Вам тоже я не верю, потому что вы избрали. Вот этому человеку, который отвели ему вот эти операции. Дубинку дадите. Вот он должен написать. Дубинку засунуть, всю задницу порвали. Поэтому что не снимете, это все результат на лицо. Гражданин начальник, обеспечьте безопасность. Мы имеем право по уголовному исполнительному закону, имеем право на безопасность. Вот вам ее обеспечивают. Не обеспечили, вы данному осужденному сейчас не обеспечили. От вас только мы ожидаем нападения. Вы сейчас одного убили осужденного. Вы не обеспечили ему безопасность от вот этих вот сотрудников. Вот он здесь стоит. Нет, там... Ребята, граждане осужденные. Ребят, поздоровались. Собрались. Разобрались еще раз. Выровнялись. Поздоровались! Здравствуйте! Что будем? Гражданин начальник, разрешите вопрос осужденный Набиев. Что будем? Гражданин начальник, мы по уголовно-исполнительному закону, вот на камеру я хочу говорить. Говори на камеру, веди сюда. Мы согласны уголовно-исполнительному закону. Куда ты пошел? Иди сюда. Я не пойду один, вы будете говорить с нами. Это касается всех. Разрешите? Постойте. Согласно уголовно-исполнительному закону, мы имеем право на безопасность. Кто мы? Осужденные. Нет, именно осужденные. Мы, за нас вопрос сейчас стоит. Все имеют. Почему одного осужденного увели в такой момент, когда вы избиваете осужденных? Иди сюда. Я не чувствую безопасности. Иди сюда. Нет, гражданин. Со мной ты в безопасности. Нет.
Нас администрация довела до такого момента, то, что мы опасаемся в каждую секунду за свои жизни. Мы не для того сюда пришли, чтобы, блядь, вам что-то угрожало. Гражданин начальник. Да? Нас до такой степени довели годами, понимаете, годами. Безопасности нет никакой. На практике было здесь вот эти все. Два дня назад тоже один пошел поговорить. Его сейчас нет. Куда-то. Но придет, вы его увезли. Сейчас люди пошли только к следователю. Вы его увезли. Следственного комитета. Нет, ну а почему бы нам не поприсутствовать? Почему нам не поприсутствовать? Сейчас вы там избиваете его, и мы должны это терпеть. Кого избиваете? Вот сейчас осужденного увели. Прокуратура работать, не орать. Осужденного увели вы сейчас. Не орать, успокойся, говорю. Как мы разговариваем еще? Обнаглели уже совсем. Как мы обнаглели? Вот так обнаглели, молчать стоять. По одному говорить. Право голоса мы не имеем, что ли, получается? Имеете молчать право. Стоять. Вы написали свои заявления? Заявление? Сейчас, на данный момент происходит проверка нарушение. Проверка идет по этому факту. Вы написали заявление? Сейчас, на данный момент... Написали вы заявление? Увели осужденного. Написали заявление? Как мы сейчас могли написать? На данный момент осужденного вы что увели. Что вам угрожает? Заявление вы... написали? Что вам угрожает? Вы доставьте нам возможность увидеть, вы что его не избивали. Никого вы не увидите. Никого. Его не избивали. Вот еще следователь, вот увидите. Мы сомневаемся за свою безопасность. Где прокурор? Где дают гарантию уже? Вы здесь прокурор, не говорите. Кто дает гарантию? Вот начальник главный, да. Я даю гарантию. То есть никто не годами... Обновили? Обновили уже. Годами, с вами и так все равно плохо. Прекращайте, да? Вы можете хотя бы сделать? Там не надо много. Разрешить ходить по двое? Нет. Не будете ходить по двое. Только с троем будете ходить. Там его там сейчас бьют или заставляют что-нибудь писать? И что? Не заставляют. Ну как? И что? В зоне каждый за себя отвечает. Нет, понятно. И ты отвечаешь за себя. Они впрягаются куда-то. Гражданин начальник, понимаете, это эмоциональное состояние нас завело годами, понимаете. Вот кончайте эмоциональное состояние, башку включайте. Мы это не включаем. Эмоциональное состояние вас до большего доведет. Нам каким-то образом надо обезопасить себя, понимаете, хоть как-то организовать свою безопасность. Вы в полной безопасности находитесь. Вас никто не тронет. Вот на данный момент. Взяли одного. На данный момент. Взяли того, кого нужно. Понятно, да? Поэтому стойте и молчите. А мы не знаем даже, что сейчас с ним там происходит. Следователь сейчас придет. А вам и не надо знать, что с ним происходит. Как следователь разберется. Каждого из нас потом, могут так а то вы сейчас будете диктовать здесь условия. Все. А по нас же следователь еще не разобрался, гражданин. Разберется. Национально-расовая неприязнь тоже разберется. Следователь работает по трем направлениям. По осужденным, которые били, осужденных, которых били, и по администрации. Понятно, а национально-расовая... Вот это все преследование. Вот, да? Все по этому разборке идут. Написал на почве ты? Национальной неприязни. Ты написал вот это? Написал. Все, идет разборка. А его зачем увезли? Вот в том числе и его заявление. Сейчас надо будет и другого вызывать будет. Допрашивать будет. Может, там человек 100 или 200 будет всех. Кто в этом фигурирует? Всех вот сколько написали? Вчера 283 заявления отобрали. Прокуратура взяла. Сейчас продолжайте эту работу сейчас еще. Пускай прокуратура вот приезжает. Сейчас приехала. Здесь же она сейчас. Сейчас договоритесь, вот, договоритесь вы. Придется и с вами так поступить. На 321-ю тянете, конкретно. Не вздумайте вот таких провокаторов слушать, мужики. Каких провокаторов, гражданин начальник, я претерпел. Вот поэтому ты написал. Толкаешь людей на 321-ю, ты понял, да? Неправда это на 321-ю толкаешь. Неправда это, гражданин начальник, вы нас избиваете. Он тоже много пострадал. Я пальцем еще не втрогал за всю жизнь. Вот сейчас, на данный момент, вы сейчас... Понял, да? Все. Он тоже очень много пострадал из-за этого всего. Он поэтому из-за этого у него эмоционально... Пострадал, написал. Разбираемся. Чего вы шумите тогда? Просто что еще все, надо? Вот это нам, последствия давайте того, другого, вот можно этого отношения. Мы не говорим. Нам нужны гарантии нашей гарантии есть, я слово даю. Вот гарантия. Ваши вот гарантия вашей безопасности. Избивали осужденных под вашими гарантиями. Шимку. Под вашим прикрывательством. Вот прокуратура вся. Перестань. Это же было. Перестань, я тебе говорю. Совсем разберутся. Вот прокурор разбирается. Что еще надо вам? Вы довели до такой степени, то, что просто осужденных потерял доверие. Это вы в том числе довели. А мы в том числе в чем? В том, все у вас бывали. Мы годами молчали, годами. Что ли, про это? Молчали. Ну, почему молчали? Не знаю. Потому что администрация давила, а органы, которые должны это регулировать, контролировать, они не обращали внимания. А как мы можем еще это сделать? Поэтому так ты изучаешь. Не скрывать. Что, давайте? Мужики, давайте. Ерунду не занимайтесь. Значит, придется с вами так же решать. У которых заявление, вот я обещал после обеда подачи. Заявление.
дополнительно говорили, что половина на улице стоит. Нет, не на улице, здесь стоят. Сейчас здесь еще стоят, сейчас переговорите. И понятно, да? Успокоились? Мужики, давайте друг другу не надо. Мы сейчас мы ждем осужденного, которого забрали отсюда. И просим вас... Значит, вы свои условия не ставьте. Мы просим. Осужденный придет я тогда, осужденный придет тогда. Когда закончится все мероприятие? Понятно? Отпустит следователь, придет. Не отпустит, уедет в следственный изолятор. Понял? Приедет, как закончит следственное мероприятие. А вы будете баламутить, развезут нахер по всей России. Пойдешь первый у меня на Колыму. Глупости не сделал. Это я обещаю вам. Мы не баламутим. Я еще раз говорю, пойдешь на Колыму первый. Вы можете только в ближайший регион выйти. Замучаешься. Сейчас я могу в любой регион отправить. Закон есть закон. В любой регион могу отправить. Нарушил закон, то можно. Ты еще меня будешь доводить, а? Перестань. Все понятно по этому поводу. Наглючая рожа, а? Три секунды, три секунды. Один звонок и полетите все. По разным сторонам. Все понятно, да? Значит, идет разбирательство. Вот прокурор. Дальше будет заниматься. Все, не надо нагнетать на эту тему. Все сделали. Вы что сделали? Следователи работают. Прокуратура работает. Следственный комитет работает. Мне, блядь, еще что-то надо. Чего еще надо? По всем фактам, по всем доводам вашим будут проверки соответствующие. Понятно, да? Так что давайте, не надо всяких этих лишних разговоров. Успокойтесь. Мы видите просто себя, не хотим того, чтобы было раньше. Того, чтобы не было... Разберемся, не будет этого, вообще... что раньше. Просто здесь такие никак не будет уже. Все, мы знаем уже все, никак не будет так. Будет все по закону. Отки! Вы не жидки, Алика, не отдавайте, что стоите! Погодите! Алика, жидки! Руки в раз! Давай построили! Тихо! Отошли! Все, мужики, успокоили? Все нормально! Успокоили? Шимку, зайди и успокойся! Успокойся, Шимку, зайди в отряд! Успокойся! Успокойся! Все будет нормально! Патрушев! Старший, давайте старшего, пожалуйста. Мы имеем право на вопросы. Будете выполнять закон, и все нормально. Выполнять требования, законные требования администрации будете выполнять? Никаких проблем. Законные требования. Да. Осужденный Патрушев. Я вот здесь 4 года, и все, и постоянно мы соблюдали закон. Почему с вашей стороны не соблюдали закон? Почему ты мне это раньше не говорил, когда здесь ходил? Раньше говорили, оттуда жалобы не уходят. Сейчас за это разбираемся. Сейчас разбираемся по этому факту. Понятно вам, да? Вот сейчас ряд людей, которые надо сейчас опросить, провести работу, чтобы они написали, что и видели, что мы говорили. Вот эти моменты. Если, я же сказал, и генерал сказал, проводится проверка отношений нас, вместе все взяты, приехала комиссия Москва, и проводится проверка отношений тех, кого вы говорите, и проводится отношения вот этих событий по трем направлениям. Ни одну коробку ручек, ни одну пачку я переписал этих заявлений. И ничего. Так, Патрушев, да? Смотри, Патрушев, дело в том, что теперь писал, не знаю кому, где я его не видел. Вот вчера, подходили или сегодня, забрали заявление? Забрали сегодня? Все, вот по ним работаем. Остальное забудьте, вот по ним начинаем работать. Вызовы то же самое расскажете, как это было. Понятно? Все под протокол. Пока вы написали обращение, по ним проводится проверка. Просто уже веры нет, понимаете? Ну, веры я не знаю. Другого вам пока не дадут. Пока идет следователь. Это не мы. Следователь прокуратуры. Вот. Прокурор стоит, курирующий по всей республике, все вот это подразделения такие. Кому нам верить? Кому? Верьте прокурору и сейчас следователю. Я же уже писали не один раз. Ну, это было знали. Когда? Я не знал. Вот сейчас и увидел. Все берем на контроль. И мы сейчас будем все вопросы. Свои внутренние расследования проводить на эту тему. Всем понятно? Значит, без глупостей. Договорились. Значит, идет целевые мероприятия подразделения. Все вещи свои на досмотр.
личный обыск. А? Нас уже досмотрели. Досмотрели. Значит, дальше идет. Забираете вещи, выходите на улицу. Прекрасная погода. Досмотр личных вещей. Потом они досмотрят. Вы сами знаете порядок. Помещение, потом выходит и заходит, занимается по распорядку. В том числе будет заниматься следователь распорядок. Вопросы есть еще? Давайте не будем, все уже слышали. То, другое. Все, занимаем проверкой. Идет проверка, глубочайшая проверка. И Москва, все тут здесь. Сейчас будет или? Так, здесь... Мероприятие идет, да? Поэтому имейте в виду, личные вещи на досмотр, сейчас сперва вас досмотрим, потом личные вещи выходим и продолжаем, как бы по распорядку работать. Не надо на всякие провокации поддаваться. Пожалуйста. Все, нет вопросов. Все, что было, идет сейчас расследование. Ключи у кого? Где он? На столов у нас нет табуреток. Понятно? Информация не секретная. Если кому-то надо индивидуально, ребят, пишите заявление на мое имя. Фамилия у меня Кадыргулов Павел Мансурович. Я зам начальника по тылу, подполковник. Я вас вызову. Что вас интересует? Ознакомлю. Что непонятно, разъясню. Понятно? Вот. Это моя работа, мне не лень. Я могу сейчас говорить, два говорить, как говорил один абзац, лишь бы не работал. Я посижу с вами, поговорю. А Сергей Сергеевич будет работать. Вот. Понятно? Вот. Только делаем, как должно. Не так, там, мне надо. Или там, пишите список. Нет. Виктор Васильевич там разговаривает. Тут прокурор, все. Начальник, давайте успокойтесь. Что вы такое? Это не Самонов. Thank you.
были. По три года назад, по несколько лет назад. Вот я сейчас только объяснял. Все, кто написал заявление за эти года, по тем лицам, которых вывезли первыми, по ним разбираются. Да, вот, там звучат то, что было 10 числа, там звучат, вы вывозите уже там сегодня. Там звучат конкретные фамилии. Не только 10-го. Ко мне же обращались, к прокурору обращались. Что кому-то применяли, значит, физическую силу в этом. Это неправильно, все это понимают. Все понимают. Выводите огонь! Выводите огонь! Валю зальем сейчас, все! Хорошо, обсуди. 9-10 мая. Нет, принеси, все хорошо, это было все без ОМОН. Да, сейчас, да, зачем нужен, во-первых, ОМОН? ОМОНа здесь нет. А вот это кто? Новая вышла. Пожалуйста, с вашей стороны была провокация. Что там происходит? Да. Подождите, вы включите. Бьют там. Ждай начальник. Где? Помогите! Как не волноваться, если непонятно, что там происходит. Мы не просим у вас невозможно. Просто приведите нам этих людей. Абсолютно идиотский поступок с вашей стороны. Не слушайте его сказки. Пойдемте туда! Стоим пока! Не надо дергаться! У нас уводили много... Вот слушайте сюда! Слушайте сюда! Пять! Водите ОМОН! Ну что там происходит? Объясните. Что там происходит? Пять! Их бьют там! ОМОН везти! Из школы выходите! Никто никого не бьет! Ну вы что, сдурели, что ли? Нет, как, а что нам думать, если не, мы не видим? Они шумят, чтобы вы же шумите, поддерживают вас. Вы шумите, они шумят. Вы же кричите, зачем вот вы орали? Че там? Квадрат. Мы же тоже не видим. Да не просто так думать. Работаем нормально, все сидим на работе. Все выше, все виноваты. Мы же работаем, мы же не отказываемся. Все здесь мужики ставили, себя кушали. Вы же нам сами не знали начальник, обещали вчера. Снова пятый захотели, обещали, то, что будет все хорошо. Мужики, идите, подождите, пожалуйста, не перебивайте. Я вам поговорю сначала. Вы сказали, да, мужики. Люди снова стоят. Стойте, красные осужденные. Стойте, давайте. Сами знают, папа не управляет. И идите на работу. Мы все сказали. Ладно, мы пойдем. Мы так и сделаем. Но почему вы так и сделали? А сейчас у него будет приятно. Не следует на работу параллельно. Мы тут уже причем. Сейчас с следователем переговорим. Мешает уже то, что вы творите. Дай, пока посмотрите, скажите, вот что вы стоите нормально, эти что делают? ОМОНа не было, такого не было. ОМОН здесь, сейчас хуже будет. Они же не понимают тоже, что они сделали. Еще хуже будет. Так и будет, уезжай начальник. Пока мне решить с вами вопрос. Мы достанем лезвие, мы скроемся. Постоянно место здесь, потому что мы ставим машину, ничего не знаем. Так и не получится.
Ну сейчас всю крышу Так, давайте тогда не будем бездействовать сейчас. Спокойно стоим, сейчас пойдем на поговорить с ним. Вытащите наш, мы поговорили с ним. Помните вот это. На кое что провосы. Без зрения. Отойдите. Делать ничего не умеет. Сколько Подожди, с питанием разбирались? Подождите, ну не в этом же был основной кипиш. Причина в этом была. А в чем? А вы преподнесли, как будто мы основной был первый отряд. А это не режим разве? А что вы самый главный момент это не упомянули? Отсутствие режима приводит к этим вещам? Почему вы говорите? Испытание, осознание, считаю. Избиение. Вы же не сказали со стороны произвола. Стойте, мужики! Сейчас здесь оставим! Имейте голову свою! Сейчас вы тоже доведете сильнее ГТД этого вообще. Остановитесь, подождите. Подождите, мы поговорим и зайдем. Выводите, выводите. Вы сами все смотрите. И что?
И что? А при чем здесь цели? Они никого не тронули. Мы же не знаем, может, тронули бы. Если солдат, там, короче, пацанов говорят, закрывают, я не знаю. Ну, вам, вам же зачитали. Вам же зачитали. Достаньтесь как-то. Ну как я достану? Я не могу следовать работать, понимаешь, нет? Вы же, старше чином будут, что ли? Приведите вы исполнение. Следователь, самостоятельное процессуальное лицо подчиняется руководителю Следственного комитета. Если что-то выйдет, скажите им, пусть выйдут. Не, мы их же не просим, там, я не знаю, там, оставили денег, а 10 минут, то что это... Объяснение просим. Давайте следующее. Живо, здорово, буквально 10 минут скажут. Да их этапируют уже сейчас, постановление. Где этапируют? Вот как он, если так оно есть. Все успокоятся. Вот просто тоже выводить. Там просят пацану выводить. Показать. Ну, выводите все. Все успокоятся, сказали. Выведите ОМОН. ОМОН идет. Коля! Я еще раз вам говорю, Коля! Имейте голову светлую свою. Прекращайте эти вещи. Надо вам пообещать, что ОМОН выйдет и все. Все замыть. И ОМОН выйдет, все выйдем. Все выйдем отсюда. Прекратите беситься. Все, вы пообещали, нам надо задать и объясните. А то мы пойдем в старую штабу потихоньку. Обещаю уже. Отсюда выйдем все, еще раз говорю. Ни в ОМОНе дело. ОМОН никого не тронул. Нет здесь ОМОНа. Здесь мои сотрудники только. Все, ну, гарантия. Это всиновские сотрудники. Ну что еще? Как еще объяснять вам? Сейчас мы идем туда. А вы отсюда убираете. Мы им говорим. И видим мы. Мы разойдемся. Вас же просят. Вот просто элементарные вещи для человечества. Что-то есть. Просто просят. Выйдите, вот эти сотрудники, которые в масках. Пусть выйдут и все угомонят. Все сотрудники выйдут. Я вам обещаю, все выйдут. Все выйдут. Но нормально ведите себя. Нормально. А мы выйдите три дня, что-либо делали, какие действия. Нет, молодцы, хорошо. Мы сказали, мы выйдем на работу. Снимем голодовку. Сняли голодовку, вышли на работу. Вот, пожалуйста, что произошло. Опять. Сейчас ОМОН выйдет, вы обещали. Мы сейчас сами провоцируем. Идите пару человек, идите. Мы сейчас увидим. Нет, нет. Давайте, пусть они отходят. Пусть они отходят. Да, пусть они отходят. Мы это увидим. Кто-то привет показал. Мы это же не видим, что они уходят. Это взрослый человек, Шалько. Я тоже устал. Меня пиздили, чуть не опустили. Я должен терпеть, что теперь уже от вас. А я что делал? Просто сделайте, покажите этих людей. Покажем, вопросов нет. Вот сейчас просто. Следователь покажет. Скажет, покажем. Мы их увидим, скажут, расскажите, найдете. Будете ПМК, дойдут туда. Тут и старый младенец получили, вот прошли через первый. Да. Никого там не жалели. Они ничего не смогут сделать там. Где? Вас уважаем, праздник соблюдаем, все, пожалуйста, за наших дедов там. Получается, без наших активистов мы будем просто массой. Нам нужны сами активисты. Наши активисты. Выбирайте активистов. Нет, нам нужны они, потому что они знают. Выбирайте активистов, пожалуйста. Я сейчас вот не распоряжаюсь себе. Вы этих людей. Вы поймите, что я сейчас, хоть я и генерал, но я не распоряжаюсь. Это ведомство не мое. Это Следственный комитет. Я еще раз объясняю. Тогда нужно объяснить им, пусть они отойдут туда. Опять же, общественность. Отойдите, отойдите. Отойдите. Отойдите вон ДПНК, чтобы мы видели, что вы отошли. Что вы уходите, что вы не будете нас, допустим, трогать. Наоборот, хотим объяснить им. Мы с вами остаемся, что списали нормально разобраться, чтобы довести. Два-три человека пускают. Уже пошли, 5 человек. Потому что видели они, что они здесь стоят опять. Вот они видят, что они опять стоят. Все, отойдите, ребята, туда, отойдите вообще. Отойдите. Вот
этих людей, которых непосредственно троих возвели в это КПНК, пусть назад в лагерь их вернут, короче, все, угомонятся все сразу. Кого? Я не знаю, осужденных, которых с жилки забрали. Мишкинин был. Я не видел, я на пробке работал сегодня. Назаров. Вот, то есть они просят вот такое. Пусть вернут и все, и все угомонятся. Кого вернут? Кого? Ну, осужденных, кого? Мишкинин, Назаров. Я же говорю, я вот из машинки стал сюда. Вот. Они только что прошли. Прокурор больше 20 человек, по-моему, арестовал. Стойте, пока, стойте. 5 секунд. Кто не хочет политика? Пусть эти ребята выйдут и успокоят это нас. Все. Все в ваших руках. Сейчас все, решаем сейчас. Прекращайте. Ты что? Не фарми. Столовый твоим пиздец. Пиздец, да. Я пас не смог. Так, прекращайте. Так, значит, надо... Мужики сейчас подойдут. Подожди, пока сейчас. Алло, ты перезвонил? Мужики, решаем, сейчас следователь на разговор ведем. Наших баранов.
давайте, мужики, тихо, тихо, сейчас решаем, думаем. Пошли следователя, говорим сейчас. Генерал решит все, чтобы отпустили. Вы тоже против этого всего. Что-то я скажу, вы выведите оружие, и все будет нормально. Сейчас, сейчас. Сейчас я тебе генерал решу, сам буду себе. Все нормально. Просто будет сами Внимание! Внимание! Внимание, осужденные! Внимание! Прекратите бесчинство! Владимир, строй! 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 Внимание все, мужики! Послушайте меня! Где мужики наши? Где наши мужики? Извратите, ребята! Послушайте меня! Что вы делаете? Послушайте меня! Вы сейчас не думаете головой абсолютно! Включите голову! Включите голову! Послушайте секунду! Все, что вы сейчас делаете, это дезорганизация, поймите! В учреждении работает группа сотрудников следственного комитета. Работает прокуратура. Вообще на разного нету, пусть мужик. Вы засняли того? Прекратите еще раз говорить. Вот кто с этим ходит? Ситон. Малыш идет! Малыш Прекратите, прекратите! Башкир здесь! Давай, короче, Пацанов утянули туда. Мы сюда вытянули, чтобы нам пацанов вернули обратно. Нам кричат, что ты сейчас выйдешь. Алика забрали. Мы всех забрали, вы зашли со Шмоном, мы только там начали все более-менее. Вы вернули, братан, я не знаю, как быть. Зачем они сами этого делают? Мы же вас по пути разговаривали. Пацаны, которые вчера грузили, сойдите с крыши. Нет здесь ОМОНа, и не было. Это спецназ СИН, а не ОМОН. Забрали, короче, боксы не знаю, забрали. Пускай вот те, которые ты грузил вчера,
Я их пацаны назад. Я понял. Где пусть из бараков выйдут, мы зайдем. Да не, по баракам зайдем, там останемся. Мы сами нормально живем. Все в порядок будет. У нас нормально. Мы никто не знаем, пацаны. Все погасим. Погоди, стоп, тихо. Почему ты вчера погасил? Зачем ты нам? Сказал, что все нормально, и все тут будет. Если сами что-нибудь будет, то считайте, что все. А вы сегодня их забираете? Что там? Вы с ними они вчера общались с потерпевшими, Вынесли постановление. А кто мусорка поджег? Ну какие свидетели? Да сейчас всю пробку подожгу там. Вы же везли, я отвечу поднять. Ну я не следователь, мужики. Ну я не следователь. Подождите, мужики, сейчас, секунду. Сейчас вот кто заказали, кого они сейчас. Часть уехала, я так понял. Кто-то решал, звук взяли, замотали газ. Говорит, что нормально, что? Никого не пустили. Спокойно все было. Сейчас просто подождите, пока здесь на спокойствии. Пока на спокойствии. Давай. Опять ты полетал, ты носишь. Давай сюда. Договорились. Пойдем сейчас. Мужики, давайте это. Пусть все слезут, чтобы вопросы. Пусть потушат. Так, пожарку давайте, эй! Пожарку быстрее, потушит. Иди спи, пожалуйста. Сейчас мы. Да, сейчас побежал. Малыш, сейчас придет, пообщается с пацанами, сейчас придет, скажет, что, пока тишина. Подожди. Слушай сюда, я говорю. Да, да. Вот так он сказал. Да, понятно. А вам пока еще на местах. Кончайте тушить, двое бомжи жизни! Тормозните их, слышь, тормозните, что они там делают? Слышь, скажите, скажите! Мы нужен беспредел, кончили! И сами доводили! Не надо все! Yeah!
Отпущи. Давай! Здравствуйте. Надо облить это, а то будет леть, блин. Или все загасили. Зальют сейчас. Зашли. Я их убрал. Сами сказали убрать. Они дежурку убрали. Они к дежурку пускай выйдут. Подержи это. Промзу нужно съесть, тушил сейчас. Смотри, что делается. Сейчас.
рядом. Все, успокойтесь, друзья. Давайте спокойно, сейчас все придут, успокойтесь. Успокойтесь. Где боксер? Они будут здесь сейчас. Thank you.
Наш ложу. Красный наш, наверное, ложу, да? Как не будет? Вы ж подняли вон на красном. Помогите без предела. Что нам делать? Не можем подойти. Это, наверное, наши ребята подняли. Я человек, у меня есть.
беспредел. Ничего. Вот самое заебись, вот там, помогите, а вот здесь условно видите. Беспредел. Где сейфу? Где сейфу за русский врач? Вон камера есть. Где сейфу? Да? Это камера на сейфу. Я не думаю, мы сюда не катать. Пойдем. Нет, откройте. Короче, сейчас надо. Столовый все вдоль. Где же Гайсар? А где Сашусов? Они здесь, все Сейчас.
хаб. Наверное, 50 туда молодец, сейчас молодец на вот. Заходили, приду выход. На вот. С той стороны хотел, да? Делители всех. Нет, пока видно. Давай, сейчас. Несколько групп. Молодец. Скажи, тут снимать это давайте. Кто там? Выходят уже, половина вышла. Никто не уходит, сегодня там встанет, какая не уходит. Он пошел.
Сказали, что выходит. Значит, выходит. Ну, не видно. Не видно. Ну, вот пошли сотрудники, сейчас скажут, что вы. Они на месте. Ну, тоже все, все, сейчас сказали. Ну, мы спустимся, когда все уйдут. Сейчас пускай тоже уходит. Я уйду, да. Да, пускай уходит. Где Ильган? Сейчас мы это все уберем. Все здесь порядок сохраним. Все, все сказал. Так, заходим по локалкам, заходим. Все, заходим, вот мужики, заходим, все. Вышли, вышли уже все, давайте. Там стоят все. Да что, там очередь уже так выходит. Они же не могут все вместе выйти, вы понимаете? Все, давай. По локалкам, заходим. Мужики, там тоже плакат уберите, пожалуйста.
Здравствуйте. Вон там, посмотри. Сейчас. Сейчас стоит разъедем. Спокойно, уйдет, уйдет, уйдет.
Самок четко тоже сюда, давайте. Третья секция, шестой отряд. Ну, сейчас подожди. Это какой у нас отряд, что? Шестой отряд. Какой у нас отряд? Помещение 10-го отряда. Помещение 10-го отряда. Понятно. 9-й отряд, секция номер 1. Это ПУ, да, у нас?
Да, это школа ПТУ. Получается, сожги что-то там? Там, да, попытка поджога. Попытка поджога, да? Ну, там начало гореть. Ага. Но они как бы... А так что еще по повреждениям? По повреждениям? Вот стекла выбиты в основном. Угу. Сейчас. На крышу подняться, посмотреть, что тут. Стекла выбиты. Приглашаем на романтическое путешествие по крышам. Идите. Все? Вверх. Сюда.